заливчик так выглядит. Конечно. Ну и вот здесь тоже красивый вид. Пароход. Церковь снова. Церковь, а та, что пониже, это церковь? Шпиль, не знаешь? А вот дерево какое. Ствол. Да вроде обычное. Мне уже все здесь необычным кажется. Вот здание с полукруглыми окнами, да, это больше характерно для Швеции. Вот, полукруглые окна. Для Дании вот такие прямоугольные характерны. Ну, старое здание совсем.